редакція. Всім привіт! Якщо любите їжу та творчість так само, як і я, то ця студія точно для вас. Ми запросили крутезного одеського шеф-кухаря, який не просто готує, а й створює картини за допомогою їжі та кухонного приладдя. Звідки взялася ця ідея та чи мають малюнки термін придатності, дізнаємося у Олександра Йорза. Сашко, радий, що ти прийшов, тому що твоя творчість дуже крута, і її треба ділитися. Сьогодні будемо ділитися із нашими глядачами. Спершу скажу, що Сашко дуже крутий шеф-кухар в одному з одеських ресторанів. Назву ми не будемо називати, тому що це не реклама. Нам цікава твоя творчість. Ти прийшов з картинами, розказуй, чому взагалі вирішив малювати їжу та як це взагалі сталося. Всім привіт, мене звати Саша Йорс, і історія доволі-таки проста. Я рисую графіті порядка 15 років. Все своє дитинство я був зв'язаний з цим, і коли вибрав професію для себе, це була готовка. З 19 років погрузився повністю туди. Але в определенний момент я вспомнив о творчості, яким займався до цього. И подумал о том, как бы это правильно перенести в такое более комфортное для себя русло, потому что бегать с баллончиком уже не хотелось. Я подумал о том, что здорово бы было рисовать на холстах. Начал рисовать маслом. Потом рисовал на холстах аэрозолями. Масляную фарбу. Так, да, просто так, и... так, так. Потом я рисовал картину, большой холст на свой день рождения, 31 декабря, сам дома, делал такой emotional art, и посетила мысль пойти на кухню и взять кухонный инвентарь. Я взял ложки, понабирал еще разных вещей и начал ими рисовать. И так я придумал технику, когда я рисую кухонным инвентарем свои картины, это сочетание техники граффити плюс emotional art. Emotional art. Это еще. Это от Джексона Поллока больше пошло. Но когда я начал это делать, я не знал об этом художнике, к моему стыду. Я начал дальше копать, и это как мое творчество, которое я делаю для себя. Це тільки фарби чи їжа також? Які соуси? Да, у меня была коллекция из 10 картин, где я рисовал полностью едой. То есть мы делали соусы, мы наносили это на холст, но долгосрочность жизни таких картин, она невелика. Термин придатності все ж таки є. Так, так, так. Рік-два. Які все ж таки, не знаю, овочі, соуси краще підходять для картин? З чого починали? Ну, свекла і перець. Наверное, це перше, з чого ми почали рисувати. Розводили чи сок? Ми робили сок, потім його виварювали вместе з сахаром, робили такий сироп. І з допомогою цього сиропу вже наносили краску эту на холст. А який все ж таки термін придатності? Я так розумію... Ну, ці картини до сих пор живі, але їх хранення при правильній температурі має бути, якщо це довгосрочна історія. Як у холодильнику чи як? Ну, не як у холодильнику, ну, як в кімнаті 22 градуси, не більше. А колір не вицвітає? Если они на солнце, высветая. Если они находятся в помещении, то все в порядке. Я знаю, що в тому ресторані, де ти працюєш, є коридори, там було декілька картин, також під світлом. Що то за картини? Вони також написані їжею? Там були всі картини, які написані їжею. Но зараз ми їх зняли, і там зараз просто ми розмалювали всі стіни і познімали картини. Тобто ми зробили ось такий от шаг. І... Я сейчас имею большую коллекцию картин в Кишиневе. Ну, как, сколько взагалі в твоей коллекции картин? Я, честно, повністю. Сейчас точно не скажу, но я думаю, что порядка 30. Це все написано їжею? Нет, из них процентов 10-20 їжею. Остальное – это все граффити-материалы, это спреи аэрозольные плюс акрил. Щодо техніки, як це все коїться? Ти завжди обираєш тільки полотно? Чи... А, я знаю, ти якось малював нібито оперний театр на свинячій шкірі. Це не я рисував, це рисував один художник, мій товариш. І ми зробили свиную шкуру, взяли, на якій набили татуїровку в виде оперного театру. І назвали оперний театр «Общепит номер один». И который работает 24 часа. То есть мы визуализировали из оперного театра шаурмичную. Тем самым это протест властям, что они готовы сделать из любого здания все, что им будет угодно. В данном случае, так как я связан с едой, я тронул эту тему. А еще зараз цією картиною? Она висит. Мы ее повесили в золотую рамку.
Шкира свинячая у золотой рамки. Да, но не из настоящего золота, она просто золотого цвета. И все. Чи не смердит ця свинячая шкира? Нет, мы ее высушили. То есть, получается, изначально мы ее отварили, потом мы набили на ней татуировку, затем мы ее полностью высушили, и у нее нет никакого запаха, ничего. Угу. То есть она как... И как долго она может сберегаться? Ну, ей уже года два. Я уверен, что она может еще храниться десятилетиями. Чи є люди, які все ж таки заинтересованы в том, чтобы, так сказать, продвигать эту творчество? Нет. Ну, я скажу, что мы как-то даже не ищем. То есть... Это больше для души? Да. В любом случае, наверное, мне как художнику хотелось бы, чтобы кто-то пришел, сказал, у тебя клевая картина, хочу купить. Да. Такие были случаи, но... Ты уже продавал, хочу. Я не продавал, я в основном дарю. Как эта творчесть помогает тебе у работе? Мне очень нравится то, что мы соединили в этом и кухню. То есть, потому что еда – это создание блюда каждый день. Потому что у нас разные ингредиенты, у нас разные краски в тарелке. Здесь ты можешь сделать что-то на века. Это эмоции, за которыми ты тянешься, и ты их хочешь получать. Это как такой допинг для тебя, как для художника. Цю картину, ось цю, ти приніс сьогодні, сказав, що над нею працював разом із своїми помічниками з кухні. У цієї картини взагалі особлива історія. На самом деле, вот эта картина... Под ней была еще одна картина, которая была нарисована, когда я только пришел в ресторан, в котором работаю, да, одними людьми. Но эти людьми люди не приняли систему работы кухни, которую мы выстраивали. И эта картина получилась, когда мы ее рисовали, очень мрачная, она такая, как кровь красная была. И я все годы там ходил, смотрел на нее, потом ее на склад поставил, она лежала. Вибач, це фарба чи все ж таки? Была еда. Сейчас это фарба. Ага. И через 3 года, когда мы сделали то, что хотели, мы выстроили систему отношения к профессии, уважения к ней людей, которые работают на кухне, я рассказал эту историю ребятам, и мы ее закрасили. А что для тебя она означает? Можливо, какой-то посыл Да, ну, это то, что мне удалось сделать на кухне, то есть привести кухню к работе европейского уровня с пониманием поваров того, что эта профессия действительно важна на сегодняшний день, и в ней нужно развиваться, и в этой профессии большое будущее. Раньше люди этого не понимали, было много мата на кухне, было много отношений. А зараз там творчая атмосфера? Да, у нас как такая мастерская. Я ее даже называю творческая мастерская часто, потому что висят картины, висят разные постеры, люди уже с другим мировоззрением находятся, и оно все собирается как пазл, и эти люди уже несут это все дальше. Оно пошло. Я знаю, ти відомий в певних кругах своїх. Є бажаючі, які дійсно заходять на кухню без перешкод і можуть подивитися? Любой чоловік може прийти на кухню і подивитися, що у нас відбувається. А намагаєшся якісь малюнки малювати саме на тарілках? Там? Якось ми делаем, да, у мене є бургери, які ми подаємо в крафтових розрисованих коробочках Emotional Art. Ми робимо десерт. Но это Gastropunks Band у нас в сеті. Це сейчас... якийсь новий проект. Да, это новый Розкажи проект. Детальніше. Chef's Table под собой подразумевает, что все сидят за одним столом. В торце находится шеф вместе с поварами, которые готовят для них блюдо. Есть первое блюдо, мы его готовим, параллельно рассказываем, что это за блюдо, почему мы его сделали, и подаем гостям. Они едят. Во время этого происходит какое-то действие. Это как для меня, когда дома мама или бабушка готовит ужин, а вот она приготовила. Думаю, это такой шеф-тейбл, да? Да. Ты сидишь, ждешь там за столом, ну что, там скоро ужин, очень голодный, хочу есть, там ложкой по столу стучишь. И вот она тебе подает, и ты это сразу ешь. Ты видишь, как она готовит, ты видишь любовь, которую она туда вносит. А тут как бы уже больше все про профессиональный уровень. Сейчас это все происходит на яхте в открытом море. То есть мы арендовали яхту. А насколько это дорого? На яхте стоимость 2000 гривен за 2 часа. Вы получаете комплекс из 5 блюд, 3 напитка, просека, сидр, вино
і вихід на лодки в море на 2 часа. Ти казав, що будуть ще деякі локації. Следующая локация мы очень хотим сделать в театре, прямо на сцене. Это гастрономический сет, и это будет уже театральное действие с режиссером, вместе разработаем все. Я сейчас доготавливаю меню, и мы планируем в конце октября сделать уже первый выход. Якщо я захочу вдома спробувати щось таке, з чого можна почати? Чисто для себе, там на А4 чи холсті, я не знаю, в кого є. Купіть маленький набор акрилових красок. Якщо не акрил, я про їжу. Можливо, соуси якісь. Аби так не було, аби щоб не було тарганів та черві. Тоді потрібна фрешниця. Угу. Нужно взять продукты, которые имеют ярко выраженные цвета. Да? Мы можем взять гранат, мы можем взять свеклу, мы можем взять перец, мы можем взять зеленый перец, желтый перец, это разные оттенки будут. Из них выдавить фреши, потом эти фреши выварить в кастрюле вместе с сахаром, либо загустителем каким-то их загустить. Например, крахмал. Например, крахмалом или ксантаном, да. Угу. Ну, крахмал в домашних условиях удобнее будет. И потом это все нанести на краску и поставить сушиться. Нанести на холст и поставить сушиться. Тарганів точно не буде? Не буде. Добре, треба спробувати. Чи є в тебе якісь плани найближчим часом? Можливо, якась виставка буде, чи готуєш якісь класні картини? Я уже 3 года мечтаю о выставке, скажу честно, но у меня на сегодняшний день нету столько материала, сколько бы я хотел показать. Я чувствую, что мне еще нужно время, и мне еще хочется сделать десятку, двадцатку, может быть, новых работ, и потом выбрать из этого, что нравится больше всего. Я бы с удовольствием провел выставку в Одессе. А в среднем сколько часу йде на одну работу? По-разному. На самом деле, может занять около часу-двух, может доходить до нескольких дней, потому как работа дорисовывается. А це як виходить? Ти просто в голову тобі щось приходить, і ти малюєш, чи довго думаєш, як це має бути? Ні, чи якийсь хаос? Деле, это більше емоція. Тобто це емоція, яка знаходиться в тобі, яку ти хочеш виплюснути. А малюєш голодний чи ситий? Я не обращал на это внимания. Наверное, сыты больше. Так, а який твій улюблений продукт? Хороший вопрос. Так, задумався, що немає такого? Да нет, как немає? Можливо, ну, один бургер, улюблений. Бургер, піца, ну, как у всех шефов. А який самый крутий продукт для тебе для малювання, наприклад? Продукт для малювання? Так. Именно если брать продукт, так. Это свекла. Да, потому что буряк, он имеет ярко такой насыщенный, классный цвет. І мені з ним більше всього подобається робити. Круто, дякую тобі, що прийшов. Я сподіваюся, що найближчим часом ми спробуємо твою їжу і побачимо нові роботи. Дякую большое, що пригласили. Редакція.